Доброго всем времени суток, с вами Дексер, а Рейлроудер. Продолжаем гонять паровозики. Так, и кто у нас где? А, ну это понятно. Это пыхтит. Это стоит. С него и начнем. Собственно, у нас развоз груза. Включаем. Вот эти два туда, только оттуда надо вытащить те два. Ордерс, ты давай в ярд переключать, чтобы не ехал вперед. Два. Нет, три туда. Три туда, да. Так, поперли. Закройся. И есть. И значит, три вагона вперед, ну давай пять. Так. Двоечка у нас. А, вот двоечка, тебе надо будет воды напоить в этот раз. Все. Выезжает нормально, заезжает туда, все. Назад два с вагонов. Фигач. Мне написали, что очень хорошо, что я не стал брать вот эту вот сильву. Потому что, чтоб туда... заехать нормально нужно 1030 денег. Потому что там высокая горка, на которую все это приезжает. То есть мы вот этот интерчейндж, где я беру вагон, сразу переедет туда. Тут больше вагоны генерится не будут, они будут генериться там. И там большая горка. И мои паровозы составы на эту горку не втянут. И плюс там надо строить депо, сервис, ну тут загрузку угля, всю вот эту шляпу. Да, эти ребята не интерчейндж. Оба. Давай еще 5 вагонов. Там пассажир еще не приехал. А, он еще в этой странице. А, нет, он уже из нее едет. Ну, нормально. Так. А что у вас отключено? Вот это уезд спрятан. Вот она. Все. Так. Вперед. 10, наверное. Летит. Ну сейчас, значит, пассажиры им будут морочиться. Сейчас они вылезут. Потом я заправлю его водой, потом заберу новую. Что-то решил остановиться, давай еще два вагона вперед. Ну теперь назад, не знаю, пять. А то и больше.
Сейчас посмотрим, короче, тут должно остаться место, чтобы паровоз уехал вот так и пошел туда. С вагоном. Без вагона. Сдается мне еще 5 надо. Еще не все будут. Ай, много. Вперед по вагону. Между что тут произошло, что тут поезд прошел. Пойдет, наверное, да? Ну, как бы не должно задеть. Так. Закрутили. Так, хорошо. Вперед. 10. Что у нас тут? А, пассажиры все вышли, я слышал. Я это слышал. Раз, назад. Пять. А что, не поедет? На ручном только. Ну ладно. Как я лихо у меня сразу управляю. Наполняется, молодец. А это в тупик. Ну, в принципе, они сцеплены вместе, что думаю, сработает. Ну чё там? Ну вроде норм. Ну что засчитали только два? Это странно. Давай я, может, чё назад? Но они вроде бесцветные стали. Ладно. Где эти крутилки-то? Все, время хватает тут. Тут еще надевается, тут еще надевается. Ну тут. А, я там остался. Паровоз тут вагон тоже. Нормально. Переключил. Цистерну я оставлю вот тут. Все? Все. Ну, более-менее до суда доехать.
Не нормально. Ну, только в принципе, да. Пассажиры. Брайсон, Элла. На соседний передач. Так, тут что у нас? Тут главное не тот, хотел сказать, пароход, а не тот паровоз послать, не послать не туда. Так, тут все хорошо, тут все хорошо. Ага, все. Пошел. Так, тут что? Тут все, что надо. Так. Тут релиз, тут. Затормозить. Все, тем паровозом больше не морочимся, морочимся этим. А ведь там придется ставить. Да не, наверное, не придется. Не, придется. Паровоз придется оставлять там на лесопилке. Это я думаю, уже когда в Сильву перееду. Чего там? Да, еще 5 назад. Кто это? Недалеко получилось-то. До суду где-то. Маловато. Пять можно. Да, еще пять. Переключись. Идеально. Закрыли. Пошел. Ну, собственно, все. Сейчас отбываем дальше. Тут перелистнуть. И там надо будет соединить. Так, еще вагон давай. Да давай еще на вагон поедем. Отлично. Перещелкнуто. Все, повезли. Так, и последний у нас заблочен. Релиз. Роут 35 пошел. Так, теперь Вэлло. Там выкинем один. Нет, два вагона.
по баблищ. Баблищ мало даже. Да, царя, не так шибало. Ну да, я же вагон развожу. Туговат разве. Обратно с пустыней пойдет, будет веселее. А, куда ты? Убежал. Да блин. Ну тут 30-ку вообще, ну в принципе нормально идет. Так, остаемся тут. Угу. Ну и все, в принципе, больше ничего не проходит. Тот прибыл на станцию. Я думаю, в него не врежемся. Все будет хорошо. Чё как-то вяло. 7 пассажиров ни о чем. Из Виктора Вэлл так мало уехало. Ну, все, он подпилил дальше. Ну, 35 нормально держит. Единственное, что разве он, по-моему, беловатый. Ну, не страшно. А потом, интересно, будут прям могучие составы ходить. Просто на станциях-то на многих они не помещаются. И пока я с подозрением смотрю в сторону Брайсона, потому что Брайсон какой-то странный. Большая узловая станция с кучей смотрительных путей, а вагонов туда идет мало. Ну, столько, чтобы, знаете, мел. И это странно. Там причем неподалеку лесопилка есть. Но она в Брайсон не нужна. Ой, не лесопилка, лесоповал. Видимо, она будет нужна по, ну, мост из Брайсон, да, построить. Смотри, что там есть, наверное. Это в силу. А это Брайсон Бридж. 3 этапа. Странно. Да? Тут еще сколько? Фонтана Лейк Бридж. Так. Пардон. Тут этого уже нету огонька-то больше. Забрать. Вот с этим будут пляски. С тем-то ничего. Так, не улетел дальше? Не улетел, нормально. Так.
Ну давайте смотреть. Тебя сюда, а эту забрать. Проблема в том, что вот эта фиговина перед паровозом может быть. Ладно, сейчас будем мудрить. Сейчас будем мудрить. Тут длинный вообще? Да, длинный. Так. Тут сейчас его вперед дадим. Заберем вагон и утолкаем его в бок. А нету. Ну то. Вперед, давай. А хотя, чё бы нет, пускай впереди будет. Да, всё, нормально. Сошлось. Так, тут давай тогда напрямую. Эй, иди. Так. Назад. Там чё? Чё едет? А столько вагонов-то влезет. А эта фигня получится. Ну, я разберусь, конечно, с ней, но... Должно влезть. Три вагона тут влезает, да, получается. Так. Назад. Так, а пассажирский мне напишет. Ну, когда у него там чего... Всё, и в тупик. Всё, пойдём, всё, пойдём. Мало, то, конечно, тендер не таких развозов. Ну ладно.
Вот она, маневровая работа во всей красе. Просто 5 баллов все сделано. Именно в плане маневровки, ух. Ее тут много. И она не занудная. Задачи порой очень интересно попадаются, конечно. Все, готово. Я так понимаю, эти 2 вагона мне раньше платили. Так, там остановился. Ну что, они здесь тогда, получается, разъедутся? Чё-то они одновременно все сделают. Так, ладно. Погнали туда. Встал. Молодец. Пассажиры. Виктор Эра. Элла. Ну, тут не так много народу. Тоже набираю, да? Виктор зашел. Элла зашел. Зашло. Отлично. Реверс. Так. Ну, теперь с тобой давай разбираться. Так. Назад 5. Собственно, что с ним разбираться? Он сейчас прицепляется к своему составу и все, и готово. Что там у нас? А, шланг. Блин. А, да, он же тут стоял. Я что-то переключился на другой состав. Зловой. Ждать придется. Ждать придется. Пока проедет встречка. Но вот этот склад, у него умеет, что куда должно поехать, конечно, прикольно вообще. То есть этот пустой вагон, он скатается со мной в Брайсон. И там мы с ним разберемся. Потому что мне пустые вагоны нужны сзади паровоза. Не, можно спереди на самом деле. Но сзади, мне кажется, лучше. Угу. Релиз. Ждем. Так, это на паузу поставлю. Ну, вон оно едет. Было получено. Сейчас пролетит мимо. Отлично. Пошел. Переключи. Давай, заходи. Очень удобно, что пассажирки от меня наконец отстали, на конечных станциях его проверяю. Когда будет длинная линия, я там вообще буду очень редко его проверять.
Все, пошел. И в Брайсоне, кстати, он бросит этот состав, его можно будет сразу зарядить на доставку пустых вагонов. И там маневровка развивается. 5 вагонов там есть, могут быть проблемы с тем, что там-то уже полупустые стоят. А, там не полупустые, там пустые. Я же их все собрал нахуй. Отлично. Так, тот прибыл. Ну, за этим опять следим. Что делать? Состав стал поменьше, конечно. А тут долгий путь. Эх, помню, как я тут мост строю. Ну, в принципе, он практически одинаковый. Я не знаю, я улучшу дорогу. Это следующий заход. Я же там зарядил. Я даже не знаю, что. Один вагон на улучшение вот этой дороги. Что туда зарядил, я хрен его знаю. Ну, короче, что-то я зарядил. Ох, сили вот это до конца будет, там будет, вот этот интерчейдж будет. Кстати, тут 50 скорость, прикольно. А, нет, это отметка 50. Скорость кружочка. А может просто кружочки меня вбили? Нет, там не есть. То есть ту сторону открываешь ветку сразу до конца, до силы. Тут есть Дилз Барон, пассажирская станция, Сильва, пассажирская станция, Вилмот. И вдоль всего этого у меня будет ходить пассажирский поезд. Офигительно. Вот в Валке непонятно. Тут заправки есть. Вот тут, по-моему, лесопилки. А что тут в Валке, я не знаю. Ну смотрите, как он странный. Раз, раз, раз. Очень странно фигатит. Тут вот тоже. Где-то вот тут, наверное, как строится дорога. И вот именно дорогу строит. Хотя нет, вот. Блин, а как она идет? Вот так? А это 30 к чему относится? Тут, и откуда разветвляться будет? Куда-то? Тут тоже мост. О, блин, тут строится. Ну ничего, построим. Играть буду долго. Обгонный путь, однако. Серьезная фигня. Этим можно пользоваться. Я мог не ждать, мог наполовину с ним пообщаться. А я что-то не помню, что он тут был. Да тут особо и не ездил, но не сидел, не смотрел. Тут можно разойтись нормально. Прекрасно. То есть я мог сейчас не ждать. Мог это отправить на встречу. Они тут разошлись. Не знал. Как раз на полпути получается, да? Нет. Сюда соответственно. Ну почти. Почти на полпути. Нормально. Там просто стрелки переводишь разнобой. Они кажется, что этот пучок заходит, останавливается, потому что они видят стрелки количество, извини. Стрелок свел, они не расставят. Так, а чё я расслабленно сижу тут, ёлки? Мне что-то надо стрелки уже переводить. А я сижу ушами хлопаю. Вот тут тупик какой-то странный.
Понятно. Ладно. Так, сюда. Я прям сразу его назад погоню. Угу. А, он сам свернет. Сам свернет. Сам свернет. Вот я на параллельный задвину. А, он и был на параллельный, кстати. Вот. Сюда. И остановишься. Так. Перед ним, а он эту объедет. Все. Красота. Так, ты давай вперед. Да-да, звезду. Что там у нас? Доезжает. Ну, все хорошо. Что он сразу крутанулся, схватил вагон и валил отсюда. Так, надо еще одну вещь проверить. Я тут вылета. Все правильно проделал? Напрямую стоит, напрямую стоит. Отлично. Все, ушел. Это пока можно не переводить. Он прямо сейчас назад поедет. Так, тот встал. А он на конечном стал. Все. Да, на самом деле. Стоп. Что-то туда-то уезжать. Ну давай, останавливайся. Так, пассажиры высажены. Так. Назад 10. Так, тут у нас чего? Вид-то. Брайсон Элла. Соседний. Двадцать семь и 11. Ну, пожалуй, где-то они поближе встретятся, мне кажется. Как раз на том обгонном пути. ТР-250. Это ТР-250? Это ТР-2, блин. А, тут и есть 250, да. ТР-2. А, 250 вагон, все. Пошел. Так, куда ушел? Куда уехал? О, молодца. Сам. Пошел цеплять. Пошел цеплять. Если бы он за собой тащил, можно было бы сейчас назад идти.
Но он так не поедет. Сюда. И сейчас объедет просто. Как лишь дождется, пока сюда приедет пассажирский. Тут там след надо привезти. Эту даль туда, эти, наверное. Ну, короче, эти вот последние три туда совсем вдали, а эти два тут рядом. Мне кажется, так. Но увидим. Так, сюда. Есть. Ну что, погнали. 35 на реверсе. Что мы имеем? Это Кэлли подъезжает. Я думаю, как раз вот это вот будет. Сейчас затестим обгонный путь. Вот. Итак. Этот грузовичок зайдет туда. А этот прямо. Тут поставим, на всякий случай. Они вообще стрелку видят. Но на всякий случай. Вот. Да. Да. А я вот этим займусь. Нет, пардон, пока не этим. Мне надо разобраться, что тут куда поедет. Ага, это туда. Это вдаль. Бочка тоже туда. То есть вот эти надо перед собой толкать, а это надо за собой тянуть. Ай, блин, хороший набор. Так. По прямой. Заходи. Короче, надо будет его, вот эти два отцепить, оттащить и зайти с той стороны. Это уже Вэлли. Ну да, кто-то встретится. Высадил 9 рыб. Кстати, что он немного возит.
Так. А, пардон. Не так, вот так. Пошел. Так, еще будет. Вышел. Повышел. Прошел. Так, тут. Напрямую. Отлично. Ну и все, собственно. Сейчас те три вагона спереди и развозить. Можно вот тут прямо проехать. Ну, ладно. Перестраховался. Это, вот это стрелка. И вперед. Ух, как газанул там. Вперед 20 вагонов. Так, что тут имеем? Этот встал, смотрите. Тут подходит. Мне, правда, ничего не написали, почему они, что они там встали. Так, все, разруливать. Стоит. А, он назад стоит, правильно. А, тут идет. Вот так. Только в Виттере там надо будет стрелку перевести. А, кстати. Можно же туда не стоять. Собственно. Беги. Беги. Пошел, 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 пошел. Все, пошуршал. Сейчас за ним стрелку переведу, чтобы восстановить, так сказать, сообщение. Установлено. Теперь Виттер где-то тут. Где-то тут. Где-то там в Виттере. Давай сюда. Перевел.
Пошло. И собирать вот это все. Тут прошло. Ну там по-любому прошло. Так, по-любому. Давайте уж пробегу до конца. До интерчейндж до этого. Так. Ну, влево по-любому брать. Тут проходит. Да че, по прямой. И забирайте его нафиг. Все есть. Ок, теперь с тобой. Вперед. Пошел вот сюда. Прямо. Зашел. Прямо туда пока не надо. Вот так пойдет. Можно же раньше там 3 вагона все. Да ладно, я, наверное, просто сейчас отслежу его и все. А что, сюда чуть не приехал? А-а-а. Далеко-то как, да? Это нормально тянет, просто я ему маленькую скорость взял. Раз-два. Так, кто первый? Первый правый. Чипа баблу. Должен все так же. Так, никуда поворота нет. Что с углем сюда делать, я пока не знаю. Покупать, не покупать. А, там нет дырки, куда засыпать. Что у нас пока? Угля сколько? 30 тонн. Уже не так много, как хотелось бы. Туда. Как тут поживают наши вагоны? Передать на соседнюю. Сейчас 7 человек всего сидят. Чё-то как-то вяло слушать. Что там под сотню набивало? Сейчас какая-то тишина прям.
что он приехал. Все нормально. Но сюда, видимо, много будет вагонов. Хотя... Контракт в виде, по максималке. Че он там вообще? Питер подъезжает. Отлично. Там совсем близко. Так вообще красота. Я же прям стрелку ты перейду за ним. Опа, ушел. Прекрасно. Тут назад. Он на мостик на это заехал. Так. Теперь туда. Так, теперь это шушера Виттери. Будем рулить, несомненно. Пошел, 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 пошел. Сейчас, в принципе, это все собираю и все, собственно. Он там сам становится, я ему все стрелки перевел. Так, там доставили. Еще 20 назад. Доедет, не доедет, конечно, доедет. Давай. Так. Пошел. Тут, собственно, тоже все. Дети тормозят. Ну и все. Сейчас эти развалить. На самом деле, где-то там можно и оставить. Я, правда, не знаю, за одну ночь эти вот вагоны все разойдутся. Наверное, нет. Потому что, может быть, в следующий день сюда будет мало доставки.
Что же тут-то делать? Может, сюда на вагон другому забирает. Чего я знаю. Или забыли нарисовать просто. А триггер есть. Так, прицепишься. Полетел. Первая цистерна. Ну тут без проблем. Тут пока никто не ездит. Опа. А вот с этим проблема. Стандарт Oil R1. Местами потом менять. Да. Ну ладно. Так, стоп. А, стрелка-то переведена. Пошел. Так, что у нас там? О, уже можно. Там прям на краю стоят. Ну ладно, нормально. Так, тормозяку. Так. И вперед 20. Ну, где-то там. Все, с этим закончено. Да, R1. А что у тебя? 8. Придется исхитряться. Но не сейчас. А тут что, куда, не помню. Левый, по-моему, мост. Да, сюда. И в этом состоит фигня. Не видно, ну ладно. Так, пассажирский я вид 3 оставлю. Да, он сейчас вылет. Как фигню страдаю, он вид 3 приедет. И будет все хорошо. То, кстати, вот, не очень большая. R1. Что у нас R1 здесь?
Вообще непонятно. Стоп. R1 вот это значит. Нормально, так и есть. Ждем. Что-то не видно. Давай, давай. Что-то медленно ползает. А, можно без того. Мост вот он. Чё туда? Да, ничего. Тупичок. Кстати, возможно, в Райсон еще оттуда надо будет что-то возить. Ну, такое тоже может быть. Да, это Шано. Левая, да. А ты? Ты правая. Тоже, кстати, возможно, проблема. Финансам? 3000, надо. Ну что, не знаю, купить угольный вагон? Покупать я, правда, ничего не буду. А, ну как, в следующий день. Что тоже вот фигня. 19 тонн. Когда он закончится? Неизвестно. А это пустой. Когда он наполнится, тоже неизвестно. А куда ответку видел? Может, там тоже что-то будет. Мне кажется, какой-то тупичок там будет. Это явно сюда, а там нет. Ух, разогнался. Нет, маневровую работу надо на пятнашке делать. Уже к ветру идет, отлично. Странно, сейчас станок вот тут. А длинный вообще? Стопы, а? Да стой ты. А это... ГББ? Г3А? У них разные точки остановки. Чума. Это не одно и то же. Все, сейчас отъедет. И все свободны. А, еще этот. Паровозик, облачко, блин. Че в тендере? Что заправляться? Надо, вагон. А знаете чего? Куплю его прямо сейчас. Чтоб сразу под загрузку устроить. Хоппер. 70 тонн. Да.
Купил. Пока высаживают, пойдем смотреть. Внимание, вопрос. А куда я его купил? Видимо, вот это мой. Да, он и есть. Смотри, стал нормально. Он как раз ездит и заправится. И он здоровый. А и правильно, ибо нефиг. Че мне маленький покупать, если могу здоровый купить? Все. Да не шипи. Сейчас все вылезу. А, ну, мне напишут, что бабла. Его где-то... А, ну там заправлю. В Брайсоне. Там же еще есть. Все. На улучшение дороги затребовал. Все нормально. Тридцатку копить, блин, это долго. Можешь мост дальше туда за Брайсон построить. Ну, короче, вот это вот. Фонтану. Так, все, нормально. На этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.